Ребята, не подскажете? Здесь музей здесь недалеко. Краеведческий, по-моему. Не знаете? Просто я нашел такую вещь удивительную. Вот сказали, это как бы настоящего мамонта. Мне сдать надо. Вы не подскажете? Что здесь написано, а? Ну вот сейчас. Блин. Такое слово на языке вертится. Мне необходимо оно срочно. А что оно означает вообще? Вот там было написано что-то. Совокупность психических чувств для удовлетворения полового влечения. Сексология. Сексология — это наука, да, такая? Извините, девушке не подскажете, где здесь памятник Пушкина? Я не девушка, я парень. Парень, не подскажешь, где здесь памятник Пушкина? Вы не подскажете? Здесь слово написано, я очки не взял. Что здесь написано? Вот мне вот про это надо. Про меня? Девушки, а можно вопрос? Да. А вы каких парней любите? Умных или богатых? А чё? Умных, наверное, умных. Как я? А мы не знаем, какой вы умный. Я очень умный, два высших. Ну, круто вам, наверное. А богатых не любите? Богатые плохие мальчики. Плохие? Нет, ну есть же разные богатые. Давай! Я просто продал свой диплом сегодня. Зачем? Вам? А? Это зачем? Ксерокопы. Надоели. Ксерокопировку? Ну? Давайте все. Давай фоткай. Не знаешь, где есть библиотека? А познакомиться с тобой можно? Да харе. Что? Познакомиться с тобой можно? Почему? А что вы танцуете, ребята? Не знаю. А? Что танцуете? Вообще не знаю. У вас хорошо получается? Спасибо. Прям как вот так. Хорошо с таким ходить в кармане, да? Мне тоже. А там птичка, да? Где? Птичка уже вылетела? С фотоаппарата. А как вас зовут? Меня Иннокентий. Ангелина. Ангелина? Очень красивое имя. Спасибо. Можно с вами сфотографироваться на память? Можно. А ваш телефончик? Нет, к сожалению. Сходим вместе в библиотеку. Вот я здесь занята. Рядом. Занята в это время? Нет. В смысле, у меня есть молодой человек. А, хорошо. А у меня нету пока. В библиотеке никто не хочет знакомиться. Девушка? Девушка, давайте я вам помогу. Зачем? Вам тяжело, я вижу. А? Легкий. Легкий? Да. Легкий? А вы куда идете? На остановку. А можно с вами? Идите со мной. Меня Геша зовут. Гульнас. Гульнас, очень приятно. А вы откуда идете? Из библиотеки? Нет, из тренажерного зала. А где там тренажерный зал? В Динамо. А, прикольно. А что там делаешь?
Приседаю. Приседаешь? Да. Сколько раз можешь? Ну, в зависимости от каким весом. Каким, с каким местом? С каким весом. А можно с тобой сходить в зал? Можно. Давай я тебе позвоню тогда. А как я могу доехать до этого? До моста висячего. Не знаешь? Пешком можно дойти? Пешком? Можно в ту сторону. Ладно, спасибо. Там спрыгнуть можно с него? Зачем тебе спрыгивать? Там настроение плохое. Спрыгивать не надо. Не, я пойду спрыгну. Какие планы сегодня на вечер? Кроме парка. Отдыхать? У меня для вас очень хорошее предложение. Отдохнуть вместе. Тогда это уже не отдых. Что? Тогда это уже не отдых. Не отдых? А что? Не знаю. Отдых — это когда дома, одни. Ну, а можно и так, все. Конечно. Но это слишком для меня. Очень красиво получается. Вы профессионально, да, занимаетесь фотографией? Нет, не училась. Но... Не училась? Нет. А я учился. У меня два высших. Что? Кто? А можно к вам записаться на сессию? Нет, нельзя. Почему? Занято, да, в ближайшее время? Вообще занято. А к вашей подруге? Как вас зовут, девушка? Не важно. Не важно? Но это на фамилию украинскую больше похоже. Много прочитали уже? Прославился чем? Что-то не узнаю его без грима. Он этот, был переписчиком Толстого. А. 40 лет он переписывал его произведение. Козловский который? Нет. Нет. Это беленький некий. Беленький? Да, Иван или Александр? Нет, здесь написано беленький. Ну да, вот как раз. Вот беленький, вот беленький, да. Человек, он переписчик. А может фиг с ним с беленьким? Пропустим по беленькой. Фиг с ним с беленьким. Майдайте по беленькой. Я принципиально не пишу. Я верующий человек.